Всем привет! Это полный апгрейд, а значит пришло время совершить экскурсию в мир удивительных изобретений и высоких технологий. Сегодня в выпуске. Конструктор Лего переходит в виртуальную реальность. У экстремалов появился летающий друг. И рок-музыканты создают оптические иллюзии. Компания Lego представила комплект Lego Fusion, который переносит реальные кубики в мобильную игру для Android и iOS. Для начала детям предлагается собрать какой-либо объект – фасад здания, башню или автомобиль, а затем отсканировать его при помощи приложения Lego, после чего объект появляется в виртуальном игровом мире. Мы знаем, что ребенку все равно, в каком мире, реальном или виртуальном, происходит игра. Он полностью погружается в нее, отметил Дитте Брун-Педерсен, дизайнер компании. В продаже специальные наборы конструктора появятся в августе и сентябре. Беспилотный летательный аппарат под названием AirDog может сопровождать своего владельца и записывать его похождения на экшн-камеру GoPro. Новинка придется по вкусу всем любителям активного спорта. Гаджет выслеживает движение хозяина и следует его траектории. Робот может находиться в небе до 15 минут. Он развивает скорость до 65 км в час. Компания-разработчик занимается сбором средств для его массового выпуска. Американская рок-группа OK Go выпустила музыкальный клип, в котором продемонстрировала десятки оптических иллюзий. Рассказывать бессмысленно, нужно смотреть. А мы встретимся ровно через неделю. Пока!